Кровь нужна всегда, поэтому в Национальный день донора депутаты «Единой России» решили, что неплохо бы устроить небольшие пункты приема крови в отдаленных микрорайонах города Щелково. Идея получила свое воплощение в микрорайоне Богородский, где в минувшие выходные в первый раз заработал пункт приема крови. Каждый житель готов помочь тем, кому сейчас это необходимо, а пришел в местный офис врача общей практики. Желающих оказалось немало, а среди них местный житель Валерий. В летний период, по его словам, количество автомобильных аварий на дорогах сильно возрастает, и кровь может потребоваться пострадавшим в любую минуту. Поэтому он и решил стать донором. Сам за рулем езжу, очень много ДТП. Соответственно, и компоненты крови, и сама кровь нужна. Вместе с Валерием в очереди депутаты, военные и даже сотрудники местной управляющей компании, которые всем коллективом решили прийти в офис врача общей практики и поучаствовать в этом благом деле. Главный врач Щелковской станции переливания крови инициативу депутатов оценил, ведь в нашем муниципалитете это единственное учреждение, обеспечивающее кровью все больницы Щелковского района, и такая помощь врачам как раз на руку. Поэтому проводить сбор крови в микрорайоне теперь будут регулярно. Мы планируем проводить вот такие акции каждую последнюю субботу квартал. Вот, мы дадим информацию, повесим объявление в первую очередь вот здесь, вот в офисе врача общей практики. По этому поводу хочется обратиться к жителям микрорайона Богородская, близлежащих районов, ну, в общем, ко всем жителям, которые захотят сдать кровь, что каждую последнюю субботу каждого квартала здесь с 9 до 12 будет работать наша выездная бригада. Депутаты тоже не остались в стороне. Передали сотрудникам офиса врача общей практики специальный подарок от депутата Московской областной думы Владимира Шапкина. Он стал благодарностью за участие медиков в такой важной и полезной акции. У нас большая нехватка крови для наших медицинских учреждений. Поэтому всем, чем мы можем, и депутаты районные, и депутаты городские, и самое главное, депутаты Московской областной думы, мы будем помогать. На этом донорская акция не заканчивается. Теперь депутаты планируют подключить к сдаче крови и другие микрорайоны. Мария Смирнова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».